что своим мужеством, трудом и подвигом добился великой победы в далеком 45-м году. Отдавая дань памяти солдатам победы, под звуки марша и славонные видения, щекищие много отечества, курсанты Суворовского и Ивановского военного училища, вместе с ними, плечом к плечу, воспитанники колледжа Министерства чрезвычайных ситуаций и Морского технического колледжа. Праздничные колонии идут внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны, жители и гости Невского района и нашего города, учащиеся более 20 школ Невского района. Thank you.